Сегодня столкнулся с новым видом мошенничества. Давайте послушаем запись, которую я сделал на мобильный телефон. Алло. Василий Владимирович, здравствуйте. Слушаю вас. Вас беспокоит отдел финансового мониторинга Сбербанка России. Ваш специалист Ирина. Связались с вами касательно вашей заявки, которую получили со Сбербанка, на замену вашего контактного номера. Заявку вы подавали сегодня лично? А, вы о чем? В чем смысл этого звонка? Если бы вдруг им повезло, и я сказал, что да, я подавал, они бы попросили меня сообщить им код, который был отправлен бы мне по телефону. И дальше как бы я лишился своих денег на карте. Поэтому никогда не ведитесь на эти на запросы этих мошенников на звонки и не сообщайте им никакую информацию. Никаких паролей, пин-кодов, информации из смс-ок. Спасибо за внимание.